Друзья, всем привет! Всем тем, кто уже купил блочный лук, либо собирается его покупать, и для кого встал вопрос транспортировки и хранения лука, есть замечательное решение, два вида чехол. Сумка-чехол для блочного лука, стандартный размер и удлиненный. Две расцветки также возможны в обоих вариантах, это камуфляж и черный. Принципиальное отличие чехлов – это длина. Обычные сумки-чехле возможно транспортировать луки с общей длиной от края блока до края блока 95 сантиметров. В чехле удлиненном возможно хранить и транспортировать луки с общей длиной от края блока до края блока 115 сантиметров. У каждого чехла есть также отделение для стрел и дополнительные кармашки, они разного размера, для аксессуаров. У каждого чехла есть дополнительное отделение для стрел и для аксессуаров, для релизов, для пулеров и какой-то мелочевки. Изнутри оба чехла выглядят следующим образом. Снаружи две лямки и ремень для переноски за спиной. Изнутри чехлы выглядят следующим образом. Две липучки для фиксации лука на чехол. У чехла удлиненного таких лямок изнутри нет. Друзья, с вами был магазин Forest Home, самый большой арчери knife магазин в России. Ждем все в гости, подписывайтесь на наши социальные сети. Получайте скидку 7% по купону Кипарис при заказе через сайт.